Семен Алексеевич Строгов, 1914 года рождения, русский. Место рождения – город Днепропетровск, майор военной контрразведки. Учился в разведшколе генштаба в Москве. После окончания разведшколы направлен в распоряжение отдельного мотострелкового батальона особого назначения. В марте 1943 года был повышен до звания капитана и переведен в 4-й отдел контрразведки СМЕРШ. Принимал участие в спецоперациях в период с 1943 по 1946 год. Награжден Орденом Отечественной войны, Орденом Красного Знамени. Работал в группе «Позывные Астра». В группу кроме него входили заместитель Егор Красноштан, позывной «Апрель», радист Петр Кондаков, позывной «Арарат». Я подполковник Ячменев. Семен Алексеевич, вы знаете, по какому поводу вас вызвали? Нет, товарищ подполковник, не имею представления. Я думаю, вы в курсе о том, что недавно был арестован товарищ Абакумов. Мне бы хотелось прояснить все обстоятельства вашей службы под его командованием. В 1943-м вы получили звание капитана и были переведены в 4-е управление контрразведки СМЕРШ. Так точно. Встречались ли вы лично с товарищем Абакумовым и при каких обстоятельствах? В 1944-м, за успешное выполнение операции в Кракове, я был награжден Орденом Отечественной войны, который лично вручил мне товарищ Абакумов. Получали ли вы прямые приказы от товарища Абакумова? Нет, я выполнял приказы только своего непосредственного начальника, полковника Золотницкого. Хорошо. В 1943-м вы участвовали в спецоперации «Людоед». Вам дали задание похитить штурмбарфюрера Дитриха Мальцера, располагающего точными сведениями относительно новейшего САУ «Фердинанд». Расскажите подробности об этой операции. У нас были сведения о точном местонахождении штурмбанфюрера. Это была военная база. Я был десантирован в квадрате 8, в нескольких километрах от намеченного объекта.
Thank you.
Mm-hmm.